Кстати, почему в комнате, в которой он держал меня, кровище по стенам? Неужели это меня здесь так полоскало кровью? Я надеюсь, нет. Надеюсь, это не мое. Да ты хочешь выбраться? Хер тебе! Хер! О-о-о-о-о-о-о! Честно? Ну пойдем еще посмотрим. Салам всем, друзья, меня зовут Иван, вы на канале 2 Hit Point, и сегодня мы смотрим на игру Sandera Redemption. Если честно, не могу в этот раз перевести, как называется игра, потому что Sandera, какое-то непонятное слово, совсем не английское. Redemption, все мы знаем, что переводится искупление. После игры Red Dead Redemption только ленивый вообще не переводил, как она называется. Тем более, также по красным написано, также кроваво и интересно. Игрушка вышла буквально прям вот только что. Вот она даже еще, наверное, в России еще никто не снимал. Поэтому я сейчас быстренько посмотрю, быстренько вместе с тобой, что она из себя представляет. Чувак основал студию My Hand Studio. Тут такая рука, вот прям за мной, ты не видишь, но она там есть. Давай посмотрим. Это демка. Чисто так, чтобы ознакомиться, что же здесь творится. Эта демо-версия все еще в разработке. Вы можете найти баги и тра-ля-ля. Короче, мне отпишитесь, если их найдете. Хорошо? Договорились. Значит, по истории. Меня зовут Сена. О, где это я? Слышите, да? Это какой-то индонезийский язык. Где все мои вещи? А, мой телефон, он исчез. Мне нужно отсюда выбираться. Кровища какая-то на стенах. Все? Отлично. Итак. Воу. Чё-то прям шатает меня. Я надеюсь, это не... Саману кумасидаду, каудо нибо кикануэй! Омае ва му синдеиру. Нани? Нани... Уатагуми де гизебу! Нестабильность игры шатается. Так надо. Итак, меня зовут Сена. Не знаю, что за имя, тоже какой-то, наверное, их. И меня похитил шаман. И вообще ничего не вижу. Сейчас погодьте, сделаю поярче монитор. Потому что вообще ничего не вижу. Куда идти? Как идти? И запер меня шаман в своем доме. И не знаю, что хочет со мной делать, но нужно скорее выбираться, потому что вряд ли он хочет меня накормить каким-то вкусным обедом или что-нибудь наподобие. Но еще меня чем-то напоил, потому что шатает знатно. О, господи. Алло, здрасте. Так, это, по-моему, главный вход, да? Это приход... Картина упала. 4, 5. Так обычно отсчитывают дни заключенные в камере. Знаете, 4 палочки и 5 перечеркивает их, означая... Ух ты, нифига себе! Ни хрена себе! А я знаю, что будет у меня на превьюшке. А? Кто догадается? Сейчас. А, терпение. Красота. Короче... Шаман какой-то ненормальный вообще занимается херней, какие-то черепа лежат. Ну вообще, шаманы обычно чем занимаются? Они общаются с духами, да? У них очень обострены всякие... Почему в комнате, в которой он держал меня, кровище по стенам? Неужели это меня здесь так полоскало кровью? Я надеюсь, нет. Надеюсь, это не мое. И надеюсь, что в скором времени я найду фонарик, потому что... Ну, ладно, свет уж пойдет. Темно, потому что. Угу. Что это? Ты. Ему нужно гвозди новые подарить, что-то картины все падают. Очень, кстати, пресловуто это, да, как-то очень наиграно то, что в доме шамана происходит... Всякая чертовщина. С чего вдруг? Куда мне идти? А там вторая картина упала, она что-то... Нет, просто упала.
садиться, бежать, лежать, ничего не могу. Помытая посуда. Какая-то пароварка. Ну, кстати, люди такого рода деятельности, как правило, питаются тоже довольно-таки необычно. То есть он не будет есть пресловутые продукты. У него будет какой-то свой рацион, там всякие, знаете, только овощи или только фрукты, может он быть веган, шмеган. Может он человечину ест. А иначе что он меня похитил? Почему именно меня? Мы что, жирненькие с вами, да? Такой сочный и жирный. Что это такое? Это явно какая-то подсказка, не зря же картина здесь упала. 5. Ну больше. Ну конечно. Как же. И the key. Угу. Так, быстренько. Включаем свет. Это спальня. Спальня, ножнички, фонарик. Ну это лампа. Лампа. Ай, как это неудобно сделано. Какой-то мальчик. Так, посмотрим. Пошаримся в его ящиках, воспользуемся положением своим одиночным, пока нет хозяина в доме. Посмотрим, чем он живет. Взяли еще один ключ. Ну, пойдем, я видел, тут куча запертых дверей. Они по очереди, конечно, открываются. Тихонько. Еще один череп. Ну да, я даже не удивляюсь уже. Ну? Ишь ты, напугать меня хотел. Давайте посмотрим, еще один ключ. Очень много ножниц, кстати, может он шаман-портной? Но в свободное время одежду шьет. Очень сильно лаганула игра, наверное, у вас тоже. Это у всех, так, еще один красивый, блин, какие черепа классные. Вот такие можно делать в программе 3D моделирования. Вот так нужно немножко просто напрячься, посмотреть там уроки какие-то, и все, и все. Угу. Угу. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Нет. 6, 7, 8. Ты что, комбинацию из 8 цифр нужно? Там... Понятнее. А хрен знает. Можно каком-то ищи... А, ну-ка, стой. Нет. Ну поверни ты ее нормально. Дрянь. Ты же какой-то даже непонятно, женщина это мужчина. Но с ребенком. Просто лапища, видите, какая здоровая. Наверное, все-таки женщина. Логично, да? Окей. Ну... Пока никаких вариантов нету. Ну, какую-то комбинацию нужно. Может, надо еще погулять, и упадет какая-то картина. О, я уже забыл, что у меня запер, кстати. И кусочек бумажки, не было кусочка бумажки. Три. Короче, 5. 3. Не знаю, имеет ли значение, что это левый. А чё ты возьми его? Пригодится, я так не запомню. Возьми. Хорошо, 5-3. Давайте посмотрим. Да, явно скриптануло и что-то еще случилось, что-то еще открылось, наверное. Может, что-то упадет, может, из крови вырисовалась еще одна. Циферку, может, я закрою здесь. Может, свет выключу? Страшный. Самый страшный звук закрывания двери, это в хоррорах. Не, он явно меня чем-то накачал. Но мне... О! Подожди. Да, открой. 5-3. Да ты издевайся, что ли? Ну... Там комбинация
из 8 цифр, ну или из, я не знаю, из 5. Ну, короче, последовательность нужна. Типа 1, 3, 5, 6. Мы находим цифры, конечно, но последовательности никакой не прослеживается, если честно. Ну, пойдем еще посмотрим. Мать твою! Второй раз не страшно было. А первый, да, немножко дернул меня. За нервишки мои. Висящие нужно подобрать себе нервишки, не нужно их разбрасывать, чтобы за них всякие дергали чудилы. Блин, ну фонарик бы еще дали, тут совсем что-то прям печально. Давайте. Подожди. Что-то я не понял. Где-то свет. А. Подожди. А так? Где свет-то загорается? Что-то я не пойму. Где-то там, под этой. Под козырьком. В прихожей, как он называется. Не помню. Три. Нет, может, я, конечно, что-то не догоняю, может, меня натолкнули все-таки на какую-то последовательность. А вот, кстати, еще бумажонка. Сюда иди. Один. Знаете что? А, нет. А, или да. А если это? А если это вверх? Нет, это в левый нижний угол. Тоже левый нижний угол. И там левый нижний угол. Но первую я нашел 5. Потом нашел 3. Потом 5, 3 и 1. 5, 3, 5, 3, 1. 5. Сейчас, подожди. 5, 3, 1. 7-7? Нет. Нет, подергаем. Все равно обязательно надо проверить. А вдруг? Вдруг открылось? Ну, дурачка-то нужно, конечно, сыграть. Один. Хер знает. Мне кажется, на этом наш прогресс остановится. Нет, так это правый. Или это может стать левым нижним? Ну да. Понимаете, это же шли... А почему он их не собирает? Было бы гораздо проще, если бы он их собирал, и я бы понимал тогда. Где-то инвентарь там сделали бы, и я бы понимал, какая из этих частичек правая. Хотя он, смотри, вот он его берет сразу правильно, да? Или нет, он его берет, как я его положил. Да-да-да, он его берет, как я оставил. Ну ладно, ладно. Не работает моя теория. Три. Ну а если я даже пойму, какие это частички, то как я пойму, как, типа, слева сверху и вправо. Ну, как мы пишем, это, типа, слева направо и сверху вниз, да? То есть, так цифры и должны перечередоваться, наверное. Да нет, это какие-то отдельные частички бумаги. Может, какая-то... Вот тут на картине какие-то еще палки. Но это не помогает. Ничего больше не могу делать. Какой-то бестолковый персонаж. Ну а кого мне еще осуждать? Не себя же, правда, в самом деле. Я же не могу быть бестолковым, правильно? Может, здесь что-то светиться будет? Для чего мне мой персонаж в самом деле? И вообще, нафига лампа? Если она не горит. Такая хорошая лампа. Да все скримаки уже... Блин, подожди, два черепа. Два черепа. Точно на черепе ничего нет? Иван! Ты хочешь выбраться из моего дома? Да, хочу! Череп наоборот должен говорить. Ты хочешь выбраться? Хер тебе! Хер! Ладно. Нет, на нем никакой информации нету, просто обычный череп. Ну как? Да, обычный череп.
насколько он может быть обычным. Кстати, здесь тоже черепа. А если я выключу? То это было зря. Это было зря. Включите мне обратно свет. 2 hours later. Ну-ка, стойте! Ну-ка, стой, тихо, фу, отстань. Это же... Подожди, я понял, я все понял. Главное немножко помолчать, подумать, посидеть. Короче, один, и нам не важна последовательность, тут же просто нужно сочетание. Один, три, тут у нас... Чё-то я реально тупанул, я правда даже не знаю. На меня это не похоже обычно. Один, три... Это 5, 6, 7, 8. 1, 3, 8, 5. Все. 1. Больше не было же, да? Их 4. 4 цифры. 1, 3, 8, 5. В любом последовательности просто зажимаем их. 1, 3, 8, 5. Опа! Красавчик! Зараза. Я ничего хорошего не ожидал. Серьезно. Чего от нее еще можно хорошего ждать? Зато я прям сам решил загадку. Красавчик вообще. Нечем гордиться. Так, взяли ключ от последней двери. За ней я тоже ничего... Ну ты ключ вроде взял. Окей. Тогда получается это ключ от выхода. Я не против, я только за. Давай, выпускай меня. Все, рад был познакомиться. Шаман Сена идет домой. Сено ушло. Спасибо за то, что поиграли в мою демку. Нам нужна поддержка. Можете скинуть денежку на Indiegogo. Это, наверное, какой-то портал. Вот такая вот игрушка. Называется она, еще раз напомню, Sandera Redemption. Вот такая, немножко, конечно, скрематы. Простенькая, но она бесплатная. Что вы еще хотели? Чувак тренируется, делает, пытается. Хорошо получилось. Немножко заторможено. И место пугало этого, или что это было, я даже не понял. Что-то какой-то труп, завернутый в какие-то бумаги. Можно было какое-нибудь чудище сделать? Было бы страшнее, потому что, ну, просто эта кукла завернута какая-то, было не очень страшно. А если какая-нибудь страшная рожа выскочила, да, было прям вообще шикарно. Все, на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится и до встречи в следующих хоррорах. Счастливо!